Ребята, я вас всех рад снова видеть на обзоре проекта Ironix, и в данном случае мы говорим про биржу данной площадки. Итак, какие же решения сегодняшней проблемы рынка криптовалют предлагает нам данный проект Ironix? Так вот, прежде всего важно понимать, что эта биржа полностью регулируемая, то есть группа активно стремится получить лицензию и стать надлежащим образом регулируемой, и в настоящее время уже имеет лицензию FIU в Эстонии, но при этом она будет активно работать над получением лицензий в других ключевых юриспруденциях, и в этой связи группа рассматривает Гибралтар и Мальту как самые предпочтительные варианты, особенно если рассматривать, допустим, европейские государства. Следующее то, что у данного проекта Ironix уже есть существующая база клиентов, то есть он строится с 1,2 миллионами существующих розничных клиентов Ironix Group и 150 тысяч последователей Cardano, которые предоставляют доступ к огромному пулу ликвидности. То есть понятно, что данный проект имеет, безусловно, в общем-то, хорошие перспективы в плане этого. Также будет еще финансирование и фиата, и криптовалют. То есть данная платформа предоставляет полный спектр традиционных вариантов выполнения кошельков фиата и криптовалют. И также еще один важный плюс – это поддержка 24/7. То есть Ironix станет первой биржей, которая предлагает не только поддержку 24/7, то бишь круглые сутки, но также делает это и на языке, который, в общем-то, будет для вас удобным, то есть удовлетворяет потребности пользователей. То есть приведу конкретный пример. Я, допустим, английский язык знаю не идеально, и многие сайты, и многие биржи на английском языке есть. И, соответственно, мне, допустим, как русскоговорящему человеку, будет, конечно же, неудобно этим пользоваться. А вот здесь, благодаря тому, что биржа на русском языке также будет, как, в принципе, данная страница, вот здесь, собственно говоря, тоже покажу специально, видите, какой большой выбор языков, то есть европейский, там, допустим, немецкий, итальянский, испанский, так и, допустим, азиатский, типа, там, японского и китайского, то есть, что, конечно же, является большим плюсом. Также проведение данного проекта тоже давайте расскажу, перейду немножко, да, так резко в новую тему. Так вот, введение является созданием криптобиржи, которая, в общем-то, основывается с учетом традиционного трейдера, и именно поэтому не объединение лучшей традиционной торговли от IronFX с лучшим криптографией от Emurgo HK, чтобы создать как раз-таки криптовалютную биржу на мировом уровне. Данный проект хочет, чтобы биржа предоставляла услуги, к которым привыкли трейдеры, и сочетала их с преимуществами торговли на криптовалютном рынке. Также они хотят знакомить криптотрейдеров с преимуществами, которые предлагает традиционная также торговля. Ну, потому что понятно, что вначале появилась традиционная торговля, только потом уже криптовалюты. Также будет безупречное слияние с традиционным онлайн-трейдингом, то есть участники экосистемы Ironix Exchange будут иметь возможность воспользоваться своими существующими криптосчетами и криптовалютой для беспрепятственного перемещения частичных или полных позиций в онлайн-платформу IronFX Group. Также это будет сделано эффективно, быстро и без каких-либо проблем, что, конечно же, тоже является большим преимуществом. А также, что еще хочу добавить, что более того, существующий накопленный опыт в области риск-менеджмента, также комплайнс-менеджмента, будет применяться в качестве безупречного моста, который помогает проводить данный процесс перемещения позиций от криптовалютного трейдинга к традиционному онлайн-трейдингу, и это все будет происходить, как вы сами понимаете, безболезненно. Ну и здесь какие составляющие есть элементы данного проекта, это бэк-офис, это платежи, банковские решения, риск-менеджмент, аккаунт-менеджмент, комплайнс-менеджмент и существующие 1,2 миллиона клиентов. То есть это краткое резюме всего того, о чем я говорил с вами немного ранее. Далее мы видим информацию в прессе про данный проект, то есть тоже можете перейти и почитать, в общем-то, статьи о этом проекте. Ну и далее идет информация про токен сейл проекта Ironix, но опять-таки это отдельная тема, и чтобы не мешать все в кучу, мы с вами поговорим об этом чуть позже, а именно в следующем ролике. Пока же с вами прощаюсь, тогда всем спасибо за внимание и всем пока.